Необыкновенный заряд энергии, масса эмоций и позитива. Наша съемочная группа побывала вчера на концерте Кая Метова. Его репертуар настолько разнообразен, что каждый сможет найти себе любимую мелодию. Это хиты 90-х, которые звучали из каждого утюга и звучат до сих пор на многих радиостанциях страны. Мне лично очень понравилась песня «Вспомни меня». В течение концерта Кай Метов поддерживал дружескую атмосферу, общался со зрителями, как со своими давними знакомыми, и, конечно, играл на рояле. Звезда 90-х подарил муромским зрителям прекрасный вечер в своей компании. Смотрим и слушаем. В рамках своего большого концертного тура Кай Метов посетил наш Муром, в котором уже бывал прежде. Местная публика, которая любит, как говорят, ушами, восторженно встретила настоящую легенду 90-х в стенах ДК «Тысяча столетия города». Здесь такая атмосфера, что здесь нельзя не спеть. Какие-то такие вот лирические, красивые, филармонические, театральные, может быть, даже в чем-то песни. Вот, тем более, что я чувствую, что и публика очень тепло это принимает. Я чувствую, что в зале здесь это все очень красиво и хорошо звучит. Его песни – простое отражение реальной жизни, в которой есть место и радости, и личным переживаниям. Но основной посыл всех композиций, конечно же, позитивный – чувство, любовь и уважение к женщинам. Все, что мужчины делают в своей жизни, они делают с оглядкой на женское понимание, на женский взгляд, на женскую оценку. Кай Метов относится как к собственным детям. В зал спускается, чтобы максимально раскрепостить поклонников своего творчества. Артист с удовольствием делится своими философскими размышлениями и личным опытом. За это зрители ему очень благодарны. Есть песни, которые закрепились за мужественным образом Кая Метова на десятилетия вперед. Альбом «Позиция номер 2», там большая часть песен была такая вот ироничные, как сказать, бытовые зарисовки. То есть то, что гипотетически может произойти в среднестатистической семье. После роскошного концерта долгожданная для зрителей автограф-сессия. По словам артиста, за то время, когда наносится размашистая подпись, находчивые поклонники успевают сделать желанный кадр с исполнителем. К тому же Кай Метов охотно позировал и делал селфи. Расписываться пришлось даже на пленочной аудиокассете со своими песнями. Муромляне в восторге. Гайнет Овмасян, Андрей Быстрицкий. Наши новости.